выдержит ли наша промышленность мировую конкуренцию? Выдержит. Все выдерживает, значит, выдержит. Какая промышленность у нас? Есть какая-нибудь? Нет ее никакой. С времен Сталина? Заводы, которые чахнут? В данный момент это очень сомнительно. К сожалению, душа прямо кровью обливается. Правда, правда. Страна большая, промышленности много. В общем, величиной задавим. Мы фашистов в 45-м выгнали-то всех обратно. Конечно, выдержит.